Это называется эпиляция экструдированного пенополистирола. И приклеиваю его сюда полосой. Прям вот так вот, на всю длину. Отсюда, да? Да, да. Клей спокойно. Приветствую. Денис, да. Добрый день. Показываю добрый день. Полимерную пленку. Разматывай, разматывай. И хорошо проклеивай. Обрывай, обрывай. Обрывай. Вот. Все, и хорошо проглаживай. Вот. Рукой. И вот смотри, прям это. Дальше. Бери маркер и маркером края проводи, чтобы было видно, где край. Чтобы было понимание, как работает экструдированный пенополистирол и что такое полимерная пленка. Это очень штука такая полезная. Мы, когда с Сергеем Равидевиловым в учебном центре Технониколь проводим, мы, собственно, и объясняем, почему экструдер нужно фрезеровать, зашкуривать. Но это для приклейки на цоколь, на нижней части. На фасады его все равно нельзя применять. Здесь просто, видите, он у вас приклеен даже на клей-пен, он держаться не будет, он отойдет все равно. Промазал, проклеил. Теперь берешь кончик и резким движением отрываешь, вот как девушки себе делают на коленях. Эпиляция. Вот эпиляция, да? Давай, резко. О. Дальше, смотри на пленочку. Видишь волосики? Видишь волосики? Угу. Вот. Вот разверни, вот посмотри. Видишь волосики? Видишь волосики вот эти вот? Ты поверни обратной стороны. Вот, вот, вот. Посмотри, вот они. Видишь волосики полимерные? Волоски такие. Вот. Это волосинки. Что получается? Когда ты начинаешь приклеивать что-то, ты приклеиваешься к этим волосинкам клей. То есть даже если у тебя какое-то время это держится, это все равно отскочит. Бери второй раз скотч. И клей прям по этой границе. Клей, клей. Нет, нет, сюда же. На эту же границу. Вот, вот, вот. Все. Выставляй прям в эту же. То есть, видишь, мы хотим тем самым показать, что мы приклеиваем к тому же самому месту. Давай, и прям рукой пройди, прижми. Плотно, плотно, плотно. То есть, видишь, ты девушке, раз уже волосики, это хлоп, они остались. Давай второй раз, девушке, резким движением, резким. Давай смотреть. Есть волосики? Есть. Ты понимаешь? Есть волосики. Эпиляция опять. Видишь, вот потрогай. Липкости нет. Третий раз. Понимаешь? Вот все лучше понимание, когда есть, и ты уже понимаешь, почему это не работает. Это вот эпиляция экструдированного пенополистирола называется. И тогда у тебя есть понимание, почему экструдер в результате держаться все равно не будет, если ты его не зашкурил. А зашкурить его нужно, как папа Карло. А ножовочка есть? Есть. Есть, да? А лучше покрупнее зуб. А есть терка такая. А, терку лучше. Или рубашка. Принеси терку. Для... Наждачная, как морковку тереть. Угу. Вот такая вот нужна. Ну... Пусть с морщинками, видишь, как-то ты вот к девушке, к розовой, отнесся, экструдированной. Нет, дело в том, что мы там проводим вплоть до 10 раз, и все равно, и каждый раз эти волосинки. Сильнее прокатай, прям ладонью прижми. Плотно, 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 еще прям плотнее, плотнее, плотнее. Вот прям как ты девушек любишь, вот так же и прокатай. Вот представь, видишь, прям розовое тело.
Все, дергай. Резким. То есть смотри, видишь, липкости нет. То есть каждый раз нету липкости. То есть пойми, ты каждый раз, когда будешь приклеивать, ты будешь снимать вот эту полимерную пленку. То есть приклейки как таковой не будет. Поэтому, если ты хочешь, вот это вот нормально подходит. Подержи, пожалуйста. Можешь вот этой. То есть, видишь, у тебя должна быть вот такая вот поверхность. Вот она. Но терка у тебя сбитая уже. Нужна новая. Пустая, видишь? Она уже забита эта. Кончики. То есть, видишь, у тебя должна получаться вот такая вот поверхность. Вот к этой адгезия будет хорошая. Понятно, да? Вот такая вот должна быть. И больше никак. В общем, на демонтаж, короче. Поэтому, ребят, к сожалению, но вот это вот, если вы на клепину приклеили, вы поймите, она не пройдет эту полимерную пленку. То есть вот ты клепену, ты пойми, мы могли здесь еще клеить вот на эту. Если интересно будет, люди делают 15-20 раз делают. И каждый раз вот эти вот волосинки. И самое главное, ты снимаешь скотч, вот ты вот попробовал даже, он не клеится. То есть он уже клеющую способность скотча потрачен. Если бы мы с тобой... Нет, еще второй способ, подержи. Смотри, берешь, только зуб чуть-чуть подлиннее. Вот этот маловат. Вот такой вот. Во. Смотри. Но ручку лучше снять. Она мешает. Видишь, так? И в обратную. Видишь? Все. Большой нужен, да? Нет, просто ручку сними. И лучше, чтобы она была коротенькая. Старую берешь ножовкой, чуть-чуть покрупнее. Видишь? И все. О. Видишь, полосу эпиляции прошел. Преодоление полосы эпиляции. Так что вот, понял, как нужно с девушками. С девушками нужно жестко. Жестко. Да. Тогда будет все к ней приклеиваться. К розовой девушке. И потом, наверное, на щеткой как-то это. Нет, вот нет, вот. Обнести просто и все. Да. Просто потом, обнести. Потом с этим вместе... Нет, ну понятное дело, обнести. И второе еще будет у вас лучше типа бункера, хотя бы досочки положил по периметру, пленочку, чтобы собирать. Потому что это будет летать по участку. Этим потом хорошо, где коммуникации проводите, в земличку добавить, сразу теплопроводность. У грунта другая. Прям отсыпаться и все.